Maybach в 222 кузове, а также Mercedes S-класс, а также Pullman оказываются в салоне очень плохо ловят сотовая связь, смартфоны работают не на полную мощность в силу того, что стекла и кузов изготовлены так, что глушит сигнал сотовой связи. Поэтому мы устанавливаем вот такое устройство в багажник, а внутрь салона ставится ретранслятор. И все, что происходит теперь в салоне, качественно, быстро, адекватно.